Саша, помнишь мальчика, который рассказывал про крутой парк развлечений? Ну, помню, помню, да, нам бы туда поехать. Там надо у папы попросить. Софийка, легко сказать папу попросить, папа нам билеты не купит. А вообще-то надо попробовать попросить у папы. Вообще попросим. Чего, чего? Ну что вы уже хотели, а? Все тусы приближали. Сафуни, что ты улыбаешься загадочно? Папа, мальчик на пляже рассказывал про парк развлечений, он тут рядом есть. Можно ты нам купишь билеты? Мы с вами приехали на море отдыхать, плавать, купаться, загорать. Все. Вот этим мы будем заниматься. И завтра, и послезавтра, и через 10 дней. Ну, папа, ну пожалуйста. Парки развлечений. Ну и что, что не были? Я тоже не был. Ничего страшного. Пап, ну давай как-нибудь договоримся. Не, точно не договоримся. По любасу. Папа, а если мы тебя во что-нибудь выиграем, то ты нам купишь билеты? Ой, во что вы меня можете выиграть? Уже что только не предлагали. Все, не выиграете вы меня ни во что. Папа, в прятки точно выиграем. Прятки? Меня? Здесь? Да. В 45 квадратах? В двух комнатах выиграете в прятки? Да. Договорились. Папа, давай по рукам. Подожди. Давай так. Прячетесь три раза. Раз, два, три. Я вас ищу три раза. Если за три раза я хоть кого-то... Меня. Не нахожу одного из вас, искать будем по минуте примерно. Тогда я куплю на всех билеты вашу эту парк развлечений, посмотрю в интернете потом, что за он. Но если в один из этих кругов я вас найду троих, и тебя, или Сашу, или Арсения, или тебя, то все. Море, море, и все. Договорились? Хорошо. По рукам. Так, ладно, где я буду считать? На террасе. А террасе. Вы что, сговорились, а? Ну ладно. Просто, папа, оттуда ты точно ее подсмотришь. На террасе, так на террасе. Ну что, я начинаю считать, вы прячьтесь. Раз, два, три, четыре, пять. Начинаю я считать. Сейчас нам надо выработать стратегию. Да, нам поможет только Софийка. Надо ее так спрятать, чтобы ее папа не находил. София, давай ты в первый раз прячешься за дверью ванной. Папа дверь приоткроет, а за дверью смотреть не будет. Хорошо. Забегай, Софийка. Все, стой тихо, чтобы тебя не услышали, а мы пошли прятаться, хорошо? Да. София, сиди тихо. Что делать, стоять? Так где мне спрятаться? Так, держи. Я за штору. А я спрячусь в полный шкафчик. Шесть, семь, восемь, девять, десять. Я думаю, что вы уже там спрятали. Все. О, о, шкафы стучат, шкаф. О, все, я иду искать. Кто не спрятался, я не виноват. Никого нет. Ноги-то видны за шторы. Александр, на выход. Давай выходи, выходи. Я тебя нашел уже. Красава. Так, Арсений, София. Секунд 20 прошло. Нету. Чьи ноги видны?
Арсений! Красава! Так, 20 секунд, 20 секунд. Где София? Вот, блин, нашел. Ну, уже надо делать счет. Раз, два, три. Ты что считаешь? Рассчитался. У тебя осталось 20 секунд на Софийку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать! Ладно. Один раз не нашел. Где София? Показывай. Ее не нашел, она была за дверью, в ванной. Марк, ты смотри, вот она. Эх ты, Ешка, жок, а? А я заглянул в ванную, нет никого, и все. Что-то я даже не подумал, что мелкая может за дверью стать. А? Ладно, провели меня. Второй раз, ладно, пошел считать. Прячьтесь. Смотрите, я сейчас уже буду... Хорошо искать буду. Ну это жуки, провели меня. Ладно, я считаю, считаю, вы там прячьтесь. Раз, два, три, четыре, пять. Все, уже можно идти искать. Софийка, куда же тебя спрятать? Куда же тебя спрятать? О, придумала. В коляску. Да, в коляску. И накрыть одеяло. Папа не будет искать. Просто коляска стоит с одеялом накрытым. Да, София? Побежали быстро. Пошли. Вот самое последнее. А, хорошо, давай. Давай. Опа. Все. Ой, ноги видны. Вот так. Так, давай еще коляску под стол задвинем. Давай. Оп, все, побежали. Так, я под кровать залезу. Софийка, тихо. Мне, куда же мне спрятаться? Я, наверное, в капсуле спрячусь. Все, так. Так, снова там. Ё-моё, полминуты прошло. Ага, готов? Вот, ё-моё, нашёл. Да, папа, ты уже полминуты искал. Я считаю. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, десять, одиннадцать. Арсений! Двенадцать, семнадцать, восемь. Ты, Арсений, виден? Девятнадцать, двадцать. Нашел ты меня. Ага, ну так ты нормально залез. Так, опять София. Десять, девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Там! Ах, вы жуки! В коляску ее посадили. Капец. Да, я пряталась. Слушай, они тебя лучше всего прячут. Все, я понял. Капец, это надо тебя первую искать, доча моя. Ладно, третий раз у вас остался. Если я вас не нахожу, так и быть. Подфартит вам. Все, давайте, я пошел. Сейчас у вас вообще 10 секунд будет на то, чтобы спрятаться. Раз, два, три, четыре, пять. Все, мест для прятания не осталось. Остается хитростью побеждать. Саша, я придумал, что мы сделаем. Схитрим Софию за дверь, а сами где-нибудь спрячемся. Точно, папа Софийку не найдет и сразу нам купит билеты, да, София? Да. Ты постоишь за дверью? Да. Хорошо, давай тогда беги за дверь. Все, давай, Софийка. Все, я тут буду спрятаться. Вот камни я папа не несёт. Все, я придумал себе место. Я в шкаф большой спрячусь. Так, папа меня тут точно не найдет. Куда же мне спрятаться? Уже все места известны.
Может быть, мне тихонечко пробраться на террасу под папин стол? Так и сделаю. Ну все, я уже иду искать. Кто не спрятался, я не виноват. Нифига! Арсений, готов! Три раза меня нашел этот папа. Где спрятались остальные, а? Не скажу я тебе. Открывай! Открывай! Челечки, никого нету, да? Никого нет. И тут никого. Все, осталось 10 секунд. 10! 9! Капец, я вообще не могу понять! 7! 6! 5! 4! Даже София не понадобится. 4! 3! 2! 1! Детей своих! На 2 метрах квадратных найти не смог. Капец, где? Саша под столом на балконе был. Офигеть, у меня за спиной, да? Да. А Софию вы где спрятали? А София где? Это был подстраховочный метод, мы ее за дверь спрятали. В смысле подстраховочный? Вы меня еще надурить хотели? Мы не надурить хотели, мы просто в парк развлечения хотели. Пап, да какая разница? Ты не только Софию, ты и меня не нашел. Ладно, давайте дочь запускайте. Где она? Вот папа наша Софийка. Хитруха, ну заходи давай уже. Ладно, показывайте, что за парк развлечений. Пошли, в интернете будем смотреть, билеты покупать, ладно? Не дали на пляже полежать все время. О, там американские горки. Есть, а, класс. Аквапарк? Да. Да-да-да, попал. Прикиньте, 2-й день бесплатно. Да? Слушай, цена нормальная на всю семью вообще. А сюда нам туда? Так вы бы вот все сначала узнали, рассказали. Не нужны были эти ни прятки, ни шматки, ничего. Сразу бы купили и поехали бы завтра. Ладно, 1, 2, 3, 4. А ты бесплатно. Купить. Нет, белка, Настя, вон это вон. Ставьте лайк. Пока, всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Сафуня Шалунья. Всем пока! Пока-пока!